Девчонки и мальчишки, сегодня мы вам рассказываем про динозавров. Тиранозавр очень большой, хищный и сильный. Тиранозавр не работает в стае. Анкилозавр очень-очень маленький и нездоровый, хотя он носит броню тяжелую, а на броне у нее маленькие иголочки. На кончике хвоста есть большой молоток, как булыжник, то есть. И если он встретится с тиранозавром, тиранозавру мало не показаться, тиранозавру не задобровать, потому что анкилозавр его сможет победить. Сегодня я вам рассказал о динозаврах древних. Вот в этой книжке есть все про динозавров. Узнавайте о этих динозаврах и станьте палеонтологами.